Это Зоа. Может даже показаться, что она капризна. Но в каждый момент она такова, какой мы ее сами сделали, своим состоянием. Все, что здесь происходит, зависит не от Зоны, а от нас. От нас. Дабл ять. Так, можливо, це зона, але все ж таки все тут залежить від нас. Від нас залежить те, якою буде ця зона, зона, вибачте, під назвою планета Земля. Нас у програмі Double Yacht не цікавить, хто, де і як пиляє бюджети і виводить щось там в офшори. Нас цікавить, чому люди взагалі претендують на чуже впродовж всієї історії людства. Нас не цікавить, хто, де і як розпочав першим війну і хто в ній винен. Нас цікавить, чому взагалі люди воюють, чому нам це властиво. Отже, наш сьогоднішній гість Володимир Краковецький. Привіт тобі. Да, добрий вечір. Ми запрошуємо людей, які з оптимізмом спостерігають за всіма подіями, які відбуваються у цьому середовищі, в якому ми з вами перебуваємо на даний момент, у цій матриці, і які намагаються ще й впливати на нього. Це айтішник зараз перед нами. Людина, яка добре знається на IT-технологіях, незважаючи на те, що виглядає він занадто молодо, як на мою думку. Ну, принаймні, в порівнянні зі мною. Ну, я спеціально бороду ще. Підкрасив. В мене це ще попереду. Він, значить, мотиваційний спікер, підприємець з України, відеоблогер, в минулому маркетолог і зараз займається IT-технологіями. Вів, значить, почав вести свій блог ще з кінця 2015 року, коли жив в Індії. І ти через Індію пройшов. Всі там були. Я не був. Так ось, IT-технології. Знаєш, я от спостерігаю за всім тим, що відбувається навколо нас впродовж там 10-15-20 років мого свідомого життя. Я бачу, як ці технології реально нас змінюють. І я не знаю, до чого це призведе. Наприклад, не так давно я зайшов вперше, Жека, от наш звукорежисер, мене затягнув в магазин, де продаються оці от окуляри 3D. VR. Так, як? Это GR VR, скорее всего. Ну так, 3D-окуляр. Да, я не хотів, ну, забавка якась дитяча, да. Думаю, нафіга воно мені треба. Я вдягнув, і на 2,5 хвилини, поки тривав цей демонстраційний ролик, я випав з тої реальності магазина, я опинився в абсолютно іншому просторі. Да. І я себе спіймав на думці, що, можливо, незабаром, це питання кількох років, у цьому віртуальному просторі, в який ти заходиш, вдягаючи такі 3D-окуляри, люди будуть знаходитись більше, ніж у цьому просторі реальному. Більше того, ми зможемо там зустрічатися зі своїми колегами, які будуть заходити через свої комп'ютери. Більше того, ми там зможемо в цьому просторі обирати собі тіла на свій смак. Хочеш бути Мерлін Монро – будь Мерлін Монро. Хочеш бути там Фредді Меркурі – хочеш бути собою – відскануй своє тіло без проблем. А потім, напевно, люди трошки вищої такої інтелектуальної потужності зрозуміють, що обирати собі тіло будь-якого виду, взагалі це мовітон. І потрібно буде зустрічатися один з одним, перебуваючи в стані такому, знаєш, хмарки якоїсь або сфери, тобто згусток сознання, спілкуючись один з одним. При цьому колір шкіри, стать, вік не має значення, а головне – дух. Що ти там говориш? Що ти несеш? І тут я дійшов до висновку, що таким чином нас готують до життя поза тілом. Ну, якщо так уже говорити, то, якщо так уже подвели, да, то інтернет на самом деле сейчас уже преобразовывается в некий такой тонкий мир, я бы тоже это назвал. Uh-huh. То есть тонкий мир, о котором там все время говорят всякие... Відчувається, що людина... Скільки років ти був в Індії? Та не років, чому років. Місяців, тижнів. Полгода. За півроку, да. Такі вже тонкі міри. Ні, ну тут же ж вопрос в тому, що как бы есть определённый Индия это как просто как бы страна, которая тебе открывает ещё один горизонт. Угу. Когда ты приезжаешь туда, ты просто видишь совершенно другую реальность. Слухай, а Румунія які горизонти відкриває? Ну, не був в Румунії. Не могу сказать. А Польща? Вот в Польше, ну, Европа, то есть угу. То реальность, которая опять же, ну, то, что вы увидели в GR-VR, вот угу. Новый мир. Вот, угу. А это настоящий новый мир, когда ты приезжаешь туда, видишь целую кучу людей, которые на тебя не похожи, и не похожи, которые тебя окружают вот здесь все время, да, в Украине, точно так же там. Вот новая виртуальная реальность, скажем так. И меняя другую страну за страной, ты в эту новую виртуальную реальность попадаешь. Так вот тут к чему я. Вот, вот этот интернет, по сути, на самом деле, как бы сейчас преобразовывается в такой некий тонкий мир со своими уже существами. Вот под названием, как сейчас у всех на слуху есть такое слово, как бот. Бот. Да, то есть как бы они сейчас уже... Це не людина. Это определенная программа,
которая живет в вашем телефоне в программе под названием Messenger, да, то есть там, например, Telegram, например, Facebook, да, то есть как бы люди уже на данный момент создают определенно под какие-то задачи вот этих ботов. Моя сторинка Facebook, это тоже моя якась инша, моя проявление это в виртуальном ваша цифровая свете. Личность, ее так можно назвать, на самом деле. Если пролистать вашу страницу, определенно можно понять, что это могут быть разные вообще персоны. То есть как бы вот вживую, да, то есть вот сейчас вот мы друг на друга смотрим, это один человек, а вот то, что вот на Facebook, это цифровая личность. Это то, что на данный момент как бы вам хочется создать. Ага. И вы себе создаете вот такую цифровую личность. Чи мы можем говорить про то, что ця цифрова особистість згодом з розвитком технологій заживе своїм життям? Ну, как бы уже на даний момент вот даже есть такой, был такой, извините, земля, как бы говорят. Давай на ты. Окей. Был такой певец Принц, да, который вот недавно умер. Ребята его, знакомые, друзья, взяли все переписки с, ну, как бы с ним, да, то есть там с его там фанатами, с друзьями, с разными там СМИ, я не знаю, там. И конкретно сделали вот такую вот программу бота, с которым можно на данный момент уже пообщаться после того, как человек умер. То есть это вот называется вот эта оцифровка как бы умершего уже человека. Тобто це такий штучний інтелект? Это не совсем штучный интеллект. То есть он определенно разговаривает с тобой только теми шаблонами, которыми разговаривал этот человек при жизни. То есть вот там отвечал на вопросы там в виде интервью, да? Ну, при спілкуванні с таким ботом створюється реальне відчуття, що це жива людина? Абсолютно реально. Потому что вот, например, через мессенджеры как раз вот мы видим, да, почему так популярны вот эти смайлы в мессенджерах. Там вот эти все губки, поцелуйчики, смайл, там эти самые, как они, палец вверх там и так далее. Потому что это эмоции, которые человек передает через вот этот мессенджер. И через вот мессенджер это как бы прямой доступ, потому что оно живет у тебя в телефоне, и оно все время с тобой, рядом с, в контактном листе. Там, тобто мы таким чином, завдяки цим IT-технологиям, забезпечуємо собі якісь безсмертя вже? Ну, на этот счет у меня даже есть... Виртуальное бессмертие. Ну, я бы не сказал бы так. Тут вопрос же в чем, что же не все, во-первых, ими пользуются. То есть вот... Ну, а активні користувачі? Ну, активні користувачі, если так уже назвать, то... Панове, хочете жити вічно там? Швиденько заповнюйте якомога більше цих сторінок на різних соцмережах. Так, корпорації зберуть у вас всі нужні вам дані, і потім вам правильно продадуть рекламу. Так вот, если вот продолжать то, что я начал, то есть вот, интернет на данный момент, он уже преобразовывается, то есть это не тот интернет, который был раньше, где были просто веб-сайты, где были там какие-то непонятные там фотографии и так далее. Сейчас вот мы видим, да, там, и мы идем к видео, в эпоху цифрового видео, где вот как по последним прогнозам компании Cisco, до 2020 года 80% всего контента перейдет на видео вообще в интернете, то есть вот статьи, там все, это все будет уходить в видео. И все люди, ну сейчас уже много людей просто сидят там миллионные просто просмотры любых роликов там интересных. Искусственный интеллект, вот это новое слово, которое на данный момент еще непонятно никому, но оно уже как есть прообразом того, вот как мы видим. Когда здесь станет понятно, то будет уже поздно. Возможно. Слухай, вот я теж активно користуюсь Фейсбуком, починав з однокласників. Да. Зараз ні, все. З однокласниками завязав. З однокласниками. Хоча деколи одним оком там підглядаю, що там відбувається. ВКонтакті. І я от собі уявляю, як наші внуки, правнуки, так, якщо все це не зникне, будуть потім заходити на ці сторінки в соцмережах, стародавні, древні страниці, і вивчати в усіх подробицях життя своїх дідів, прадідів, як вони там зависали, там, як вони переписувались. Можна за окремі гроші, напевно, буде замовити собі все листування свого діда чи прадіда, почитати, про що він думав. Це серйозний такий ресурс інформаційний, який не дозволить потім спотворювати історію. Правильно, но я бы больше сказал, что на самом деле история, конечно, важная, то есть она, это основа, не знаешь свою историю, у тебя нет будущего, есть кто-то там из великих сказал, но вопрос тут очень важный, что людей все-таки нужно настраивать на то, чтобы они, ну как бы не занимались тем,
как изучать там предыдущих. Это правильно, это все хорошо. Но они все равно смотрели свой вектор внимания, направляли именно на будущее. То есть вот с помощью, вот, по сути, вот этих и технологий это и будет легче делать. То есть потому что... Прогнозовать им и будет? Ну, не совсем прогнозовать. И тут я говорю о том, чтобы изучать. То есть вот что дают технологии, по сути? По сути, технологии дают любопытство, они развивают его. То есть с помощью там технологий мы можем там в онлайне смотреть, как кто-то где-то сейчас находится, я не знаю, там в какой-то точке, где, ну, ты туда точно не попадешь. Вони в ближайшее будущее. Ці технології, да? З'єднують в один організм. Нервову таку мережу, яка, да, кожен спалах, кожна подія, незалежно де це відбулося, відображається на моєму стані. Я бачу цей зелений вогник в Фейсбуці вночі, наприклад, третя година ночі, я бачу людину, я можу місяцями дивитися на нього, що в нього це зелене око горить, значить він живий, здоровий, він живе. Да. Відчуваю себе не самотнім, принаймні, це точно. Ну, да, об этом і речь йде. Ну, то, що, як би, ми з технологією, ну, як би, опять же, от, якщо вернутися к ботам, да, тим же, чим вони можуть там помогать, то есть помогать это тем, что как минимум добавлять нам функционал нашего как бы тела. Ну, то есть, ну, как бы это не совсем слово подходящее, функционал, дополнение. То есть вот у нас есть какие-то там руки, ноги, там все. Вот у нас тут появляется еще как бы один как, такой виртуальный... Еще одна рука. Еще, ну, да. Нога. Ну, потому что... Или мозг. Он может заниматься там, например, подачей тебе информации, там, чтобы ты специально ее не отслеживал, да. То есть вот, там, как я утром, например, просыпаюсь утром, у меня... Бот присылает с сайта TechCrunch самые новые сводки. Что у них случилось за вот это время, пока я спал? Как ты его называешь? У него есть имя? Чи це вона? Ну, у него есть свое там имя, бот TechCrunch, но он так и называется. Пока я никому не раздаю никаких прозвищ, пока. Пока. Мы перерываемся на несколько хвилин на рекламу и повертаемся из нашей студии. Нагадаю, у нас сьогодні в гостях Володимир Краковицький, айтішник. Говоримо про вплив айті-технологій на людей, на їх спосіб мислення і на наше з вами майбутнє. Ми продовжуємо нашу програму Double Yet. У нас у студії Володимир Краковицький, айтішник. Просунутий, як вони кажуть, айтішник. Ми говоримо про айті-технології і про їхній вплив на нашу з вами свідомість. Ми, знаєш, от з тобою можемо говорити про різне. Але так чи інакше, скільки я знаю, 60-70% всього трафіку в інтернеті – це запити до порносайтів. Ну, такі ми люди, як не крути. І от там 30% інших запитів – це погода, пошта, можливо, новини, і десь там от такі от, можливо, якийсь сегмент, це те, про що ми з тобою зараз говоримо, так? Тому оці IT-технології, ці смартфони, я смартфоном не користуюсь, в мене от, бачиш, як у Обами. Кстати, BlackBerry сегодня прекратили выпуск BlackBerry. Сегодня они анонсировали, что больше устройств они не будут выпускать, и будут только делать софт. Да. Так. Так чи інакше, збив мене з думки, про що я. Тобто це стосується не всіх. Здебільшого люди граються в ігри там. Комп'ютерні ігри. От якийсь пацан сидить там, не вилазить з дому, цілодобово, роками грається. Як на нього це впливає? Ну, опять же, если смотреть по компьютерным играм, то мы сейчас понимаем, что для некоторых людей, которые играют профессионально по компьютерные игры, есть такое понятие, как киберспорт. То есть они зарабатывают очень большие деньги. Это бизнес. А вот звичайный такий користувач, який просто роками сидить, навіть дорослі люди, я знаю, там мужиків, яким за 40, за 50, вони валяться в ці танчики там і так далі. Я з точки зору от твого власного досвіду, з точки зору психології, як змінює спосіб мислення людини постійний контакт з такими іграми? Ну, опять же, надо задавать вопрос, почему как бы он это делает? То есть почему он прячется, можно сказать, от обычной реальности и переходит вот эту, можно опять же сказать, виртуальную реальность? Почему он сидит там в играх, там в танчиках и так далее? Ответом вот прямо вот такого можно объяснить как минимум. То, что у человека, по сути, есть какие-то, ну, опять же, свои напряжения, которые он на данный момент выхлёстывает. Не, вот, ну можно це робити, граючи в карти, так, за допомогою, звичайно, в доміно, там, шахи і так далі. Але це вже інша гра, розумієш? Тут же ж в тебе на екрані зображення, там щось рухається, там ці стратегії. Це інше вже. От воно якось по-іншому впливає, ніж звичайні ігри, які існували у людей там тисячами років. Ну, звичайно, воно по-іншому. Є інформація, як саме? Ну, смотрите,
еще раз, вопрос... Чим це нам загрожує? Да чим это нам, ну, может загрожувати? Оно может загрожувати нам только тем, что мы будем деградировать, если мы будем постоянно безрезультатно этим заниматься. С точки зрения не обучения, с точки зрения не ставя какой-нибудь цели для себя, чтобы это тебе помогало каким-нибудь способом развиваться. Тобто вони деграданти? Ну, я не... Опять же, у каждого человека есть свои этапы в жизни. Кому-то надо как бы поиграть какой-то период, понять, что вот я наигрался, да, там, либо же там поставить галочку, что вот я отдохнул, да, потому что много вот у меня даже есть знакомых, которые профессиональные игроки вот таким образом, да, и вот они потом, ну, как бы до них доходит суть, играя вот эту вот игру, там, находясь постоянно в вот этом пространстве, и выхлёстывается какая-то идея оттуда. И они потом занимаются этой идеей. Это было реально вот несколько проектов я даже видел. То есть когда, ну, человека, которого я знаю, он постоянно играл, ну, там, в социальных сетях сидел. Вот реально вот с утра до ночи, то есть просматривал и так далее. Потом он увидел какой-то определенный проект, который никто не выкупил, и начал заниматься этим в соцмережах. Через соцмережи. Да, связанный с соцмережами, да. То есть это ему выхлестнулось в бизнес. Ну, понимаете, да, то есть о чем я. Точно так же, как бы, и опять же, ну, люди, которые там просто сидят и занимаются там играми, там, и каким образом это влияет на их эмоциональное, психическое состояние, понятное дело, что влияет. Понятное дело, что каким-то образом этих людей надо... Ти змінився після того, як занурився в цей IT-світ? От зараз ти сидиш переді мною, я бачив, що в тебе червоні очі. Тому що ти постійно, напевно, з монітором. Ну, так? Не совсем так. Сьогодні, наприклад, я сидів максимум там минут 15 за монітором. Здесь вопрос не в этом. Это просто у меня сейчас режим такой вот там, как бы постоянные поездки, постоянно это, есть некая усталость. Это не в этом ключ. Хотя вот тоже можно пригрести, да, вот и много там родителей, которые могут наблюдать за своим каким-то сыном, сразу говорит: "Так, все, давай отлазь от компьютера", вот, не понимая даже, что он может делать, что-то знаешь, полезное. А хтось скаже там, хтось з тих, хто нас слухає: "Та, у нього красні глаза". А знаєм, що. Знаємо ми тих айтішників. У мене теж червоні очі, погано спиться останнім часом. То таке. Окей, я розумію, що все це поки що погано досліджено, так? І ми знаходимося в такому вільному польоті з цими айті-технологіями. Вони розвиваються окремо від нас, йдуть своїм шляхом, ми за ними підтягуємось, так? Ну, смотрите, що значить... Вопрос же в чому, що хто їх створює? Їх же створюють теж люди. То есть они развиваются, это они развиваются своим путем, так тоже нельзя говорить, потому что их же создают тоже такие же люди, как мы. То есть я создаю, там, мои ребята, там, ну, как бы другие, которые занимаются там в IT-компании. То есть это идет как бы совместный процесс. Просто есть люди, которые занимаются в одной сфере чем-то, то есть они заняты этим делом, то есть, ну, не знаю, магазин, там, другими, ну, любыми профессиями. Есть вот технологические компании. Я просто про те, кто задает тон. От хто придумав, хто дивиться на 2-3 кроки вперед? Хто ці люди? Это такі вони сидять люди... там у силиконовій долині? Это долині? Такі ж люди, на самом деле, як ми з вами. То есть это не обязательно, щоб люди сидели там в силиконовій долині. Понятное дело, що там генерація людей, які смотрять на будущее. Ну, то есть вот даже недавно я там со знакомым своим общался, я ему там какие-то закидончики делал, там, вот он такой: "Слушай, я вот общаюсь с тобой и понимаю, что ты вообще мыслишь как бы все время о будущем". То есть ты как бы вот там какие-то проекты о том, что вот там сделать, а там дехто каже, що потрібно жити сьогоднішнім днем оцим здесь і сейчас, а ти у майбутньому. Ну, ти не здесь і сейчас. Смотрите, опять же, то есть здесь і сейчас надо находиться, но не жить этим. То есть находиться, отрабатывать здесь і сейчас, что как бы понимать, что я вот здесь нахожусь. Вот это внутренняя какая-то рефлексия, то есть наблюдение за собой, она должна, конечно, присутствовать. Тебе майбутнє, это самое главное. Тебе майбутнє, як айтішника, який розбирається в цих технологіях і приблизно собі уявляє, куди воно там все рухається, цей розвиток. Тебе майбутнє лякає? Да нет, наоборот, интересно. Это ж любопытство. Ну, то есть, опять же, вот эта технология дает энергию любопытства. А конец света? Да вот именно, что мы на данный момент живем на таком шарике, который вообще нестабилен. То есть мы постоянно находимся в состоянии конца света? Ну, если так уже рассуждать, то да. Его радует, что шарик нестабильный. Мы хотим стабильности, понимаешь? Я нету никогда. Стабильность нам обещал тут дехто. Не будет. Ну, опять же, смотрите, в чем... Так, мы перерываемся на рекламу, потом повертаемся и говорим про то, чему им так не подобается, вот, розумієте, цій генерації стабильность.
Дабл Ять. Це Європа Плюс, програма Дабл Ять. Говоримо про IT-технології і їхній вплив на нашу з вами свідомість. Володимир Краковецький в нашій студії, айтішник, один з тих, хто намагається впарити нам різноманітні технології, які так чи інакше потім викликають певну залежність в наших душах, і ми вже без цього не можемо. Без смартфона моя дружина з квартири вийти не може, тому що вона з ним спілкується. Більше того, я зайшов в один з магазинів відомих, де продаються різні оці от приколи там високотехнологічні, не буду рекламувати. І біля одного з вітрин, однієї з вітрин, я зупинився, тому що я спочатку не зрозумів, що це за предмети продаються. Нагадаю, у нас програма для тих, кому 16+. І я почав уважніше вивчати ці такі рожеві предмети і невеличкої форми такої, знаєте, як гантелька. І тут до мене доходить, це вібратори для жінок. Просто вони тепер так робляться, от, що вони не схожі на ті, до яких ми звикли ще з 80-х, там, пам'ятаєте? Які продаються у тих стародавніх ортодоксальних секс-шопах. Я почав читати інструкцію до цього, там ж вона, їм руками не треба брати, вона на вітрині. Виявляється, що це вібратор, так, він керується голосом, відповідає на всі твої команди, змінює режими голосом і температуру. І тут я сказав собі, ой, от він прототип реального такого справжнього мужчини, з яким можна тепер поговорити, який тобі не перечить. Ти розумієш, я зараз зрозуміло намагаюся там привнести в нашу програму трошечки там якогось треша, але так чи інакше, тепер от навіть такі речі робляться вже з начинкою електронною, з ними можна говорити. Так і більше того, ну то есть как... Я б не ризикнув. От я старорежимна людина, ти розумієш? Ну, як же ж так? У нас в студії зараз присутні жінки, вони просто не потрапляють в кадр. Я б запитав би зараз, як так можна? Це бот. І ми говорили до того про стабільність, так? Стосовно того, що деякі люди хочуть бачити своє життя стабільним, а ти кажеш, що наш світ стабільністю не страдає. Ну, опять же, надо понимать, что каждый человек под этим словом понимает. Потому что как-никак, но, как я вот сказал вне эфира, то есть вот великие вещи, то есть это даже не я сказал, да, это Стивен Ковид, великие вещи рождаются только от правильного образа жизни. То есть, что такое правильный образ жизни? Это хороший режим. А что такое режим? Это как бы минимальная вот эта как бы стабильность, которая есть у человека. Понятное дело, что должно что-то быть. Что закрывает тебе первые факторы. Там, безопасность, твое, ну, как бы твоего тела, да, то есть существование здесь. Чтобы ты не задумывался о том, куда каждый день тебе бежать, где тебе там найти что-то и так далее. Но потому что если ты вот эти вещи закрываешь, ты тогда можешь уже дальше что делать? Мыслить. То есть как бы у тебя уже работает голова, и ты уже начинаешь что-то творить даже, можно так сказать. Думаешь над новыми какими-то бизнесами, направлениями. Если ты бизнесмен, ты думаешь, как можно улучшить. Тобто, якщо я сижу вдома без роботи, працює моя дружина, у мене є своя квартира, я за рахунок її зарплати оплачую комунальні послуги, в принципі, в мене вже є час подумати. Ну, в принципі, є. Я собі закрив вже ті всі питання, так, стосовно стабільності. Вона працює, вона там на 9 на роботу, потім в 10 вертається, а я сижу і я думаю про свої проєкти. Ну, мені це знайомо. Вопрос к вам. Мені це знайомо. Більше вопрос тебе. До речі, зараз така ситуація в нашій країні, що це таке явище розповсюджене. Да. Коли вона працює, він на дивані розмишляє. Оця стабільність. Навіть політики її обіцяли завжди людям, так? При тому всьому, я розумію, що людина, яка живе у світі, де все стабільно, де все можна передбачити наперед, вона починає деградувати. Ну, вот это на самом деле вот к чему я вел. То есть, потому что если посмотреть на некоторые европейские страны, то при очень хорошей стабильности мы видим самые высокие показатели чего? Ну, то есть, как бы, когда люди чего? Ну, как бы, сами себя убивают, да, то есть, с точки зрения там, как бы, как это называется?
Тобто в нас з цим проблем немає тут. Ну, как бы, опять же, если верить статистике, то есть той статистике, которая там происходит, и той статистике, которая здесь, то там этот показатель намного выше. Як на це впливають IT-технології? Ну, опять же, если рассмотреть, то есть, от чего человек это делает, то есть, в основном, как бы, ну, много даже и в нас, и там, как бы, это мое мнение, опять же, то есть, я считаю, что есть, ну, как бы, такое определение, что человеку на какой-то момент не хватает коммуникации, то есть, как бы, ему некому вот просто даже передать те напряжения, которые у него могут возникать, угу. То есть, поговорить с кем-то просто, вот, как говорят, да, по душам. То есть вот и если так уже разобраться, то вот в Иране, да, там создан бот, который общается сейчас больше, чем с 2.5 миллиона человек. Uh-huh. И да, вот, да, серьезно. И он отвечает как бы с точки зрения уже как, ну, как бы не человек, но уже что-то подобие того на те, ну, как бы он воспринимает вопросы уже. В Иране? Да, в Иране. У них там просто заблокирован Facebook, у них ага. там заблокированы там другие ряд сервисов. Тобто люди між собою не можуть спілкуватися, а вони можуть спілкуватися тільки з ботом. Ні, ну вони можуть між собою. Но опять же, ну вот мы тоже можем між собою общаться. І що это нам дає? То есть все равно, как бы, когда. А бот. У меня, ну там... я ніколи не спілкувався з ботом. Ну, у меня там 2.5, сколько где-то, до 2000 друзей в Фейсбуке, ага. И как бы, как я говорил, вот иногда даже не с кем вечером пойти в этот самый, в чай попить, да, ага. Потому что как бы, опять же, у каждого свои заботы и так далее. Вот бот — это то, что может иногда снимать вот, ну как бы вот это напряжение даже с точки зрения там, у тебя что-то есть внутри, да, там вот... спросить там кого-то, там сказать, он тебе что-то подскажет. Это живое общение. То есть психика это воспринимает как живое общение. Если рассматривать как бы человека, как... Слушай, вот, ты покажешь мне в интернете такую возможность, как спілкуватися с ботом? Ну, если вы на этом самом, на арабском... А чему це в них, а чему в нас цього немає, в світі Заходу? Ну, опять же, можно это сделать. То есть вопрос же в чем, что это... Тобто собі можна створити свого такого віртуального друга? Ну, конечно, почему бы нет. С яким можно спілкуватися? Конечно. Ну, вот, например, там, виртуального друга. Можно створити и помощника. То есть, вот, например, недавно в Соединенных Штатах был создан, опять же, такой же бот, который помогает решать судебные споры. Там по парковочным местам у них были там проблемы. Ну, то есть, как проблемы? То есть, ты неправильно припарковал машину, тебе полиция выписывает штраф. Ты вместо того, чтобы сейчас идти там в суд, платить там, я не помню, сколько там, $300 там или сколько вот, для того, чтобы тебе этот штраф сняли, ты просто сканируешь эту квитанцию, отправляешь этому боту, он все сам это делает. Он за вроде бы год выиграл почти на 3 миллиона сделок. Ну, то есть, как бы это немыслимо. Ну, там просто есть шаблонная процедура, которую ты просто заполняешь, и все. То есть, точно так же, вот как у нас есть ряд сервисов, которые тоже можно автоматизировать. В нашем государстве, там, в нашем бизнесе. Слухай, с точки зору якогось там мистика або людини релігійної, так, це демони. Вони вирішують людські долі. Ну, и, опять же, ну, как бы, с точки зору мистики. Ну, я ж начал с того, что интернет, на самом деле, сейчас преобразуется в такой некий другой мир, виртуальный. Я знаю, и я згоден. Тонкий, да? І от покемони, так? Люди по всьому світу почали ловити за допомогою телефонів щось таке, чого в реальному світі немає, але за допомогою девайсу ти можеш побачити. Ось воно. Да. Так? Покемон – це кишеньковий монстр. Да. Монстр, так? Це називають доповненою реальністю. Да, это доповнена реальність, і более того, как бы на даний момент я вірю, що вона очень буде хорошо розвиватися, тому що как бы её можна использовать во всіх сферах, де, наприклад, ви приїжджаєте в чужой город, ви не знаєте нічого. Ви просто відкриваєте приложення, наводите на определённую там вулицю, і вам сразу йдуть підказки на екрані, де що. Тобто воно прив'язується к твоєму, твоїй геолокації, к твоєму місту, і тобі можуть просто сразу видати, де що знаходиться, куди ти можеш піти. Тобто на це буде у тебя на экране, с точки зрения вот как вот. Але ж, знову ж таки, про покемонів, тут є і моральний аспект. Тобто покемон може з'явитися, наприклад, от ми зараз з тобою сидимо на Майдані, раптом виступає якийсь політик, президент, а і в нього десь поруч з ним з'являється покемон, рідкісний якийсь, так? І одразу реакція всіх тих, хто стоїть з девайсами, інша абсолютно на промову політика. Або в якихось там ритуальних місцях, храмах і так далі. Вже з цим є певні проблеми. Тобто, звичайно, гра айтішна, так, вона десакралізує і людей, і місця. Ну, вот это і що дають технології? Технології дають свободу.
Вот то, для чего и, собственно, все люди всегда и стремились. Они всегда стремились к свободе. Вот это вот у человека развязывается, то есть надо тебе информация какая-то, ты заходишь в интернет, ее получаешь. То есть у тебя нету ограничений на самом деле. Но вот самый главный аспект — это не использовать технологии просто как игрушку. Вот к чему вот я призываю. Потому что их можно использовать на благо. То есть если в какой-то момент они могут пойти не так, могут пойти так. Это все будет зависеть именно от нас. Как мы будем о них рассказывать. Например, мы недавно проводили там мероприятие «Смарт-техно», да? И мы рассказывали людям вот это как практикум по технологиям. То есть людям не айтишникам. То есть мы называли смарт-техно, это арт и технологии, да, то есть как бы это люди, приходите, просто вот понаблюдайте, как работает искусственный интеллект, как работают те же боты, поиграйте с виртуальной реальностью, но не в том ключе как, а то есть просто поиграть, а подумайте, как вы ее можете на данный момент у себя даже применить. То есть, например, ребята представляли там один проект, когда можно через виртуальную реальность смотреть объекты в жилом доме. Ну, то есть, там, покупая квартиру, или это можно использовать для бизнеса, да. И таких примеров очень много. Ну, то есть, вот к чему я стремлю. То есть, именно надо понимать, что вот эти технологии надо направлять на то, чтобы они нам помогали. Вот то, что я сразу говорю, чтобы они были аддонами, то есть, дополнениями к нам, к нашему телу, и давали нам больше производительности. То есть, мы на данный момент, как бы, имеем ограничения вот этого тела, да. То есть есть там руки, ноги там, и так далее. Интернет нам дает сейчас возможность быть одновременно в нескольких точках там, мира, да? То есть общаться с людьми, я имею в виду. При тому всьому відпадає потреба запам'ятовувати інформацію, на відміну від наших пращурів, які вчили на пам'ять. Зараз навіть табличку множення не потрібно знати, тому що в тебе девайс завжди поруч. Ну, это не отменяет того, что надо все равно прокачиваться. То есть, потому что, опять же, ну, как бы, да, оно тебе дополняет, да, оно дает тебе какой-то элемент того, что, вот как ты правильно сказал, типа, не надо запамятовывать. Но надо понимать, что вот это именно запамятовывание, то есть, можно сейчас, на данный момент, язык уже не учить. Скоро, буквально сейчас даже, анонсировали уже устройство, просто вставляешь ухо, оно тебе в онлайне уже делает транслит. Слава всем богам! Ну, нарешті. Я уже збирався англійському вообще. Ну, так вот, но все-таки, для меня, например, да, там я изучаю как бы английский язык тот же, да, то есть, и как бы я понимаю, что это дает, более того, я изучаю еще китайский, ну, то есть, как бы, когда у меня есть время, то есть, мне нравится понимать, как они создавали эти иероглифы, как, то есть, с точки зрения культуры. И вот это и есть понятие, что, но для того, чтобы у меня больше появилось время на себя, вот таким образом образовываться, мне надо, чтобы технологии разгрузились там, например, те бизнес-сферы, бизнес-среду, которую я представляю, там, которые там компании, которые у меня, да, то есть вот и вот это вот к чему я говорю, то есть надо вот ты бы вшив собі в голову при можливості якийсь чип, який би тобі полегшив вивід інформації, наприклад, одразу. А зачем вшив? Сейчас можно очки, вот скоро HoloLens Microsoft представит, просто очки поставил, и у тебя дополненная реальность прямо перед тобой. То есть все то, что вот ты наблюдаешь, просто еще будет выводиться дополнительно, там наводишь на какой-то предмет. Кстати, вот ребята даже на смарт-техно, которые вот сейчас финалистами стали, сделали приложение, ты просто подключаешь это приложение, подводишь это приложение, камеру к любому предмету, например, там вазон, камера, ноутбук, там, и этот предмет тебе через нейронную сеть, эта камера через нейронную сеть распознает, что это за предмет, и тебе переводит сразу на 6 там языков. Это реально круто с точки зрения того, что вот эту технологию можно применить для обучения детей, то есть удовлетворяя их любопытство. Ну, представьте себе, да, если бы у людей, да если бы у меня, когда я был маленьким, было такое приложение, я бы много, ну, больше знал бы. И потом, что такое там, как говорят, учение? Это повторение, да, то есть если ты несколько раз повторяешь, ты можешь там бота спросить, а можешь мне еще раз рассказать о том, как бы, интеграле, который там решался, да, и он тебе в нужный момент, когда у тебя там сейчас когнитивная функция хорошо работает, да, то есть там ты едешь там утром где-то в школу. Я уже бачу, как выникнут такие цели рухи, знаешь, антиглобалистичные, которые будут выступать за знищення ботов. Не, скажем, ботам. Ми за світ без ботів. За кілька хвилин повертаємось після реклами. Окей. Дабл 5.
У нас у студії Володимир Краковецький, представник тих самих IT-технологій. Володимир, у мене до тебе запитання, знаєш, якого змісту? Справа тим, що я теж тут періодично маю час подумати над всім тим, що відбувається навколо, особливо стосовно технологій, тому що я від них залежу вже. Я пам'ятаю, як я з дитинства залипав на телевізорі, так? Я більше дивився телевізор, менше читав книжки. А потім став відчувати отже років 10, як просто відразу до самого пристрою під назвою телеприймач, так? Зараз це розповсюджене явище, люди відмовляються від телебачення, прийшли в інтернет. До нас прийшов новий вид комунікації між людьми і взагалі отримання інформації. Я так розумію, що наші внуки або наші діти будуть так само реагувати на інтернет, той, який ми зараз користуємось, як ми зараз реагуємо на канал там Інтер з його серіалами. Це дивляться наші мами, так? Що буде після того інтернету, яким зараз користуємось ми? А ми можемо подивитися, що відбувається в Китаї, на самом деле. І що? То есть, вот если разобраться, как бы, те же боты, да, о которых мы уже говорили, есть такой мессенджер, как называется WeChat. То есть это, ну, прообраз там Телеграма, Фейсбука, Вайбера, там, да, то есть WeChat. Просто там можно создавать еще страницу профиля компании и туда подключать бота. И сейчас большинство людей просто сидит уже там, в этом WeChat, и пользуется интернетом исключительно от тех сервисов, которых им нужны. Им нужно вызвать такси. Они просто заходят в WeChat и набирают боту адрес такой-то, подай мне, пожалуйста, машину. Она приезжает ему прямо в то, куда ему надо. Там купить надо, там, не знаю, какие-то товары, вот тебе, пожалуйста, еще один бот, который тебе продает товары. Количество платежей, которые уже совершены в 2016 году, там, по последним сводкам я смотрел на сайтах, количество платежей уже превысили в 4 раза количество проведенных платежей Visa MasterCard через вот этот, через ботов. Через вот этих ботов, через WeChat. Ну, то есть, как бы, вот это, как бы, я считаю, следующее, то, что называется, то есть, он идет к автоматизации, и мы туда будем ходить только за тем, что нам вот нужно, но для доступа быстрой информации. А еще будет наступным таким кроком, вот, телебачення, интернет, а после интернета еще? Ну, что, ну, опять же, я бы хотел, чтобы следующим было это то, что называется образование, образование, то есть то, что называется, чтобы человек понял, окей, у меня был как бы телевизор, это один источник канала, который я получал вот новую информацию, потом я понял, что можно вот эту информацию получать с интернета, но потом я понял, что интернет можно не использовать как канал просто только, а канал для помощи. И, то есть я образовываюсь дальше с помощью, как бы, вот этого интернета, но я есть центром. То есть я, то есть персонализация уже больше идет. То есть акцент на меня, на том контенте, который для меня нужен. Вот это и будущий этап. Дальше будем смотреть, потому что здесь же, опять же, смотрим, технологии, они не линейно развиваются, они экспоненциально развиваются. То есть и они за последних 10 лет, это, ну, бум тот, который, например, не был еще там предыдущих 10 лет. Да, смотрим, недавно этот самый Барак Обама там опубликовал тоже статью интересную, он говорил, когда там 7 лет назад, 7,5 лет назад я пришел в Белый дом, как бы у меня не было возможности делать селфи с телефона. Сейчас я где-то в Аляске, в каких-то горах делаю фотку и отправляю это в Инстаграм. Ну, то есть, как бы, понимаете, да, то есть, вот в чем и заключается, то есть, технологии, они дополняют, они помогают, но ими надо тут вот самый мой главный посыл. Правильно понимать, что это не банан просто, с которым надо, как бы, очередной банан, с которым надо играться. То есть, что это не игрушка. То есть, их можно именно использовать для себя в качестве того, чтобы быть умнее, быть прогрессивней, быть то, что называется, ну, как бы, опять же, идти вот эволюционировать дальше. То есть, не останавливаться на эволюция вот свідомості саме. Да, абсолютно верно. Вот именно через интернет это может и случиться. На останок у нас залишається 3 хвилини. Скажи мені, це правда, що все те, що написано в інтернеті, як раніше казали, не вирубиш топором там і так далі. Тобто все, що ми кидаємо в мережу, там залишається назавжди. Ну, опять же, смотря які сайти. Є сайти, які там я когда-то давав інтерв'ю, на очень крутое інтерв'ю дав, і где-то лет 5 назад, і оно ушло, то есть закрилось вместе с сайтом. То есть это все в зависимости от того, есть понятие, вот недавно Google там уже давно даже создал сервис, называется
называется Google на всякий случай. Когда вы умираете, вы можете поставить свой e-mail своего там друга, не знаю, жены, там еще что-то, и вся информация, которой вы пользовались и хранили, фотографии, документы. Такие заповед. Да, оно как бы уйдет этому человеку. Ну, то есть, как бы, оно не то чтобы все опять же от вас. То есть не надо бояться того, что все, вот я там создам Facebook, все будут знать. Да извините, если ты ничего из себя не представляешь, то ну, зачем кому-то там за тобой что следить? Ты після себе хочешь залишити в плане информационного такого спадку своим нащадкам? Ну, опять же, понятие того, что я всю жизнь старался как бы быть умнее, то есть стараться, чтобы давать пример для других, давать вот эту мотивационную энергию, как бы развиваться. Вот это я хочу понять. А бабки? Потому что бабки? Бабки сорвать куш. Вопрос опять же, кто для себя ставит цель бабки сорвать куш? Те люди, которые, ну, меркантильные, я считаю так. Потому что... Ты был в Индии, ты не меркантильный. Ну, тут главная, опять же, цель и главный след, который мы наблюдаем всех там философов, всех людей, которые на данный момент там оставили свой след, то есть они оставили свой след в знаниях. Вот я хочу быть изобретателем в будущем, да, то есть я хочу что-то придумать, то, что действительно облегчит жизнь человека. А за допомогою інтернету пиляти ефективно бюджет країни? Это не ко мне. Це теж цікаво. Это цікаво, возможно, для кого-то, опять же, вот для тех людей, которых я назвал. Ага. То есть, потому что надо, опять же, понимать. Тобто ти інший? Я, да. Ти таким народився чи став? Нет, я, скорее всего, получил такое воспитание. То есть, это можно сказать, вот я родился таким. Дякую тобі. Це був Володимир Краковицький, представник того світу, IT-світу, який так чи інакше на нас з вами впливає. Дякую тобі. Спасибо вам. І я хотів би додати, що я особисто зацікавлений, щоб таких, як ти, у цьому світі було більше. Спасибо. Спасибо за внимание. Кожного понеділка та середи з 19-ї години на Європі Плюс ми намагаємось подивитись на світ під іншим кутом. У програмі Олександра Лєвчука «Дабл 5».